С 10 сентября пенсионеры начнут получать пенсии с прибавкой. Средний размер пенсии после повышения составит 4817 сомов. Об этом сообщил председатель соцфонда Мухаммед Калай Абулгазиев на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым. В ходе беседы были также обсуждены приоритеты дальнейшей реформы системы пенсионного обеспечения, которая должна сделать ее более справедливой. Атамбаев отметил, что качественное исполнение социальных обязательств является одной из первостепенных задач государства. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего реформирования пенсионной системы, что должно повысить ее устойчивость и гарантировать стабильное обеспечение граждан достойными пенсиями.